привет! Приехала в торговый центр. Хочу снять обзоры в Zara, посмотреть, какие новинки представлены. Всем приятного просмотра! Новое поступление пуховиков с капюшоном, с высоким воротником. Стоимость пуховика 7000 рублей. Смотрите, внутри 70% пух и 30% перо. Эти пуханы представлены в двух цветах, в бордово-винном. А также в бежевом цвете. Только эта модель без капюшона. Немножко отличается. Стоимость 6000 рублей. А здесь наполнитель полиэстер. Поэтому бордовый по качеству лучше. Также появились толстовки новые с карманом кенгуру, удлиненные, стоимостью 3000 рублей. Они тоже представлены в двух цветах, в черном и в лиловом цвете. На флисе. Очень удобно и тепло. Новые модели джинс. Укороченные с обрезным низом на пуговицах. Я очень люблю такие модели джинс. Стоимость джинс 3000 рублей. А в синем цвете, а также в черном цвете. Я думаю, что приобрету себе в черном цвете. Зимой то, что нужно. Стоимость 3000 рублей. Удлиненные дубленки из эко-кожи. Стоимость 9000 рублей. Это базовая модель. Я также считаю, что эта дубленка должна быть у каждой модницы. Очень стильные, из сезона в сезон они повторяются. Платье комбинации длины миди в черном цвете. Я очень люблю платье комбинации, безумно ношу их и летом, и зимой. Стоимость комбинации 3300 рублей, 100% вискоза. Ее можно носить и вечером с каблуками, также с грубыми ботинками. Можно носить днем, надевать, например, ее сверху как какого-то гольфа, с вязаными кофтами, с кожаными куртками, с жакетами. И также должна быть у каждой девушки такая комбинация. Новые модели ботильон на каблуке. 7000 рублей. Состав сверху кожа, внутри хлопок. Вот эта дубленка представлена на манекене. Пальто из новой коллекции с золотыми пуговицами, без подкладки. Я обожаю пальто, когда они без подкладки, в стиле максмара. В составе шерсть, полиэстер и вискоза. Стоимость 12000 рублей. Брюки под рептилию. Очень качественная ткань. Смотрится очень круто.
имитация натуральной чешуи змеи. Стоимость этих брюк 3300 рублей. Новые модели полусапог. Очень крутая модель. Смотрите, как выполнен необычно каблук. Внутри натуральная кожа. Они очень легкие. Красивый нос. Их стоимость 8000 рублей. Также рубашки под рептилию. Очень крутая ткань, мне очень нравится. Смотрится, вот смотрите, просто как чешуя. Не уступает натуральной. Стоимость этой рубашки 3300 рублей. И также юбки длины миди с высоким разрезом из этой коллекции. Стоимость юбки также 3300 рублей. Эта история про 3300 рублей повторяется снова. Свитеры из новой коллекции, они укороченные, очень красивые нежные нюдовые цвета. Стоимость свитера 2500 рублей, в составе акрил, полиэстер, нейлон, альпака, шерсть, эластан. Какой насыщенный состав. Смотрите, они очень коротенькие, как бы кто любит такое, кто не любит, но мне нравится, очень мягкий, приятный. Брюки из эко-кожи. Еще модели пальто из новой коллекции. Без подкладки. Обожаю. Очень приятная ткань. В составе шерсть, полиэстер, вискоза. Стоимость 12000 рублей. Пальто двубортное. На пуговицах. Халатного кроя. Безумно стильное, это также база любого гардероба. Обратите внимание на это пальто, рекомендую. Ботильоны чулки из новой коллекции с острым мысом. Каблук шпилька, классическая модель, которая повторяется также из сезона в сезон. Только в этом сезоне добавили цепь. Вы знаете, что цепи у нас очень актуальны. И все их носят и на шее, и на сапогах, и вместо ремня. Поэтому, кто любит высокий каблук, также стоит обратить внимание. Ботинки из новой коллекции. На грубой подошве, а сверху как чулок. Очень стильненько смотрится, мне нравится. Это полиэстер. Так, стоимость ботинок 4000 рублей, это полиуретан. Еще шикарное пальто Zara. Ткань букле с укороченным рукавом в цвете экрю.
стоимость пальто 10 тысяч рублей. В составе хлопок, шерсть, полиэстер, акрил, подкладка вискоза. Шикарное пальто. Обратите внимание, кто в поисках. Мои любимые жакеты Zara. Футболки из новой коллекции. Хлопковые, очень тоненькие, приятные на ощупь. Думаю, прихвачу себе такую футболку. Мне как раз нужна новая белая. Также свитеры из новой коллекции, представлены в трех цветах. В составе акрил, полиамид, полиэстер. Стоимостью 3300. Длинным рукавом, в голубом, в сером цвете, а также в пудро-розовом цвете. Сапоги-трубы. В прошлом видео я их вам показывала в бежевом цвете. Смотрите, новый цвет. Он такой бордово-кирпичный. Внутри здесь ткань. Кожа очень приятная на ощупь, они очень легкие и удобные. Размер в размер подходит. Стоимость сапог 12 тысяч рублей. Очень классная модель. Еще новые модели пуховиков. Они очень объемные, оверсайз. Они представлены в трех цветах. С капюшоном, удобной длины, в таком точно вам не будет холодно. Смотрите, здесь наполнитель пух-перо, это очень здорово, потому что натуральный состав, стоимостью 8000 рублей. Мне нравятся эти два цвета, но вот в светлом цвете самая мягкая, приятная ткань на ощупь, почему-то отличается. Тоже 8000 рублей. Смотрите, какое супер стильное пальто. Стеганое в стиле Шанель. Мне очень нравится, с поясом. Интересная застежка, которая вот сбоку на пуговицах. И оно с капюшоном. Вообще очень красивая модель. В поисках, советую вам обратить на него внимание, стоимостью всего лишь 7000 рублей. Также новая модель сапог на деревянном каблуке, натуральная замша в красивом цвете хаки. Стоимость сапог 9000 рублей. Эту модель пуховика я уже присмотрела на сайте. Он очень крутой, очень стильный. В оливковом цвете. Красивый высокий воротник, который застегивается сбоку. Очень приятная ткань. Это нейлон. В составе пух-перо. Стоимостью 5600 рублей. Он очень легкий. Мне очень нравится.
Смотрите, как стильно смотрится, если расстегнуть воротник. Очень круто. Мне очень нравится этот пуховик, он такой невесомый. Классный. Свитеры в нежно-розовом красивом цвете. Лосины бархатные. Пальто. Смотрите, какая прелесть. Пальто в цвете травы. Оно очень мягкое, очень приятное. Хочется его трогать и трогать. Стоимость этого пальто 10 тысяч рублей. Это полиэстер, но смотрится оно, я вам скажу, очень круто. Также новые модели Бадфорд. Бадфорды в стиле Bottega Veneta на грубой подошве. Их стоимость 4300 рублей, потому что это полиуретан. Модель смотрится стильно, в принципе, на сезон можно купить, поносить, так как это трендовые модели. Удлиненные куртки оверсайз, 3300 рублей, верх полиамид, наполнитель полиэстер, они тоненькие, легкие, они в двух цветах, очень приятная ткань, также написано, что они водонепроницаемые. Мне нравятся эти модели. Можно взять на осень. Также в Zara есть туфли на грубой подошве. Модель подобная Balenciaga, которые сейчас очень трендовые и у всех блогеров, также стильных девчонок они есть. Стоимость 3300 рублей. Это полиуретан. Кто не может позволить себе Balenciaga, может купить бюджетную замену себе в Zara. Прорезиненные ботинки с резиновым мысом. Модель напоминает Dior. В Dior есть такие модели. Стоимостью 3300 рублей. Верх полиуретан и каучук. В принципе, осенью на дождь самое то. Тем более сейчас в тренде прорезиненная обувь. Thank you.
Еще классные пуховики. Они из эко-кожи, укороченные. В черном цвете вроде уже был. Стоимость 4300. Также появилась новая моделька. Смотрите. В красивом бежевом цвете. И здесь кожа немножко отличается, такая подзернистую. Стоимость 4300 рублей. Это полиуретан, наполнитель полиэстер. Мне нравится в бежевом цвете, в черном как-то уже надоел, и тем более эти повторялись из сезона в сезон, а в бежевом цвете, как по мне, еще не было. Очень красиво. Надела этот пуховик. Очень он приятный. На мне размер М. Потому что я люблю вещи как бы более свободные. Кто любит в обливку, можете померить S. Очень стильный воротник. Сейчас я достигну и покажу вам, как смотрится. Смотрите, как воротник смотрится в стёгнутом виде. Ботильоны на низком ходу, с цепочками и жемчужными бусинами. Их стоимость 6600 рублей, но это не натуральная кожа. Аксессуары Zara, красивые серьги, подвески, также очень красивые заколки, все в золотом цвете, ремни. Береты, стоимость 1800 рублей, натуральная шерсть, красивые цепи, также шерстяные шарфы и палантины, пальто-халат, только эта модель с золотыми пуговицами. На мне размер S.